Сегодня я купил капсулы флюконазола. Флюконазол Дарница 100 мг, 10 капсул. Стоит около 60 гривен. Это где-то около 2 долларов. Противогрибковый засіб для системного застосування. Одна капсула содержит флюконазола 100 мг. Так, 100 мг. Сделано в Украине. Смотрим. Так. Ну что, капсулы белые. Так, а инструкция, конечно, серьезнейшая. Ну, вот так вот мы ее быстро сюда прочитали. Смотрим сначала хотя бы. Так. Твердые желатиновые капсулы. Противогрибковый засип. Противогрибковый засип классу триозолів. Потужний да селективний інгібітор грибкових ферментів. Абсорбція. Розподіл. В чим читати і читати. Повна інструкція, звісно, в інтернеті. Показания для дорослих, то бишь взрослых. Триплококковый менингит, коксидоидозы, инвазивные кандидозы, кандидоз слизного баллона, включает кандидоз ротоглотки, стравоходу, хроничный кандидоз шкиры, слизистый баллон, хроничный, в общем, серьезно, вагинальный кандидоз. Профилактика может быть. Рецидив. Тех же практически болезней. Профилактика вагинальных кандидозов. Если 4 або больше на рік випадків было. Пацієнтам з лекісними хворобами. Рецидив кандидоту розоглотки або стравоходу у пацієнтів з ВІЧ. Діти. Криптококковий менінгіт, кандидоз слизової оболонки. Профілактика кандидозних інфекцій зі зниженим імунітетом. Ну, от нормально. Вот и все. Вот такой вот флюконазол Дарница. Главное, чтобы он работал. А то вдруг там мел.